Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор масла китайского лимонника 10 грамм. Китайский лимонник или китайская шизандра – это многолетнее лианообразное растение, распространенное на Дальнем Востоке. Такое название он получил из-за своего ярко выраженного запаха лимона. Плоды лимонника – это небольшие ягоды в форме шарика. Внутри ягоды размещаются семена темно-коричневого цвета. Собирать ягоды начинают только после полного их созревания. В медицине и косметологии используют все составляющие вьющихся растения – ягоды, кору, листья и семена. Это неудивительно, так как они содержат в себе множество полезных и необходимых организму человека веществ. Лимонник китайский богат на содержание хинина, клетчатки, кальция. Также в нем содержится витамин С, крахмал, жирные масла, сахара, алюминий. Благодаря такому составу лимонник китайский пользуется популярностью в медицине, фармацевтике и косметологии. Он положительно влияет на деятельность нервной и сердечно-сосудистой системы, помогает при болезнях органов зрения. Также китайский лимонник рекомендуют принимать для укрепления иммунитета. Полезные свойства масла лимонника китайского в косметологии таковы. Противовоспалительное, тонизирующее, способствует выработке коллагена, сужает поры, отбеливает кожу, заживляет раны и рубцы. Применение масла лимонника китайского в косметологии таково. Косметика по уходу за увядающей кожей, косметика для проблемной кожи, крема против акне, антивозрастная косметика. Вот такой удобной бутылочке мы отправляем масло китайского лимонника нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!